За Коля! Ду-ду-ду! В опале растут маки и цветет камыш. Радуется крот и веселится полевая мышь. А я дома сижу, никуда не выхожу. Ведь я занят, я хочу. Я... Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Светку Лободу, а она до сих пор не хочет меня. И ночует с другим. И ночует, и ночует, и ночует, и ночует с другим. Зря с другим, зря с другим, зря. Я взрослею, и взрослеют мои вкусы, мои нравы. А не лорак я хочу. И второй состав Виагры, и тех девочек, что в группе, в группе серебро поют. И хочу, о них мечтаю, только искренне люблю. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, Светку Лободу, а она до сих пор не хочет меня. И ночует с другим, а что это другое, что он ей может дать? Будет ли он ее любить так, как люблю ее я? Чесать спинку после концертов, а? Сомневаюсь. Спасибо. Настала очередь для голосования. Мы выслушаем Жанну Рождественскую и Сергея Чигракова. Жанна. Ребят, вы все актеры? Посмешили нас всех. Я говорю да, ребят. Да! Спасибо. Так, так, так. Сергей. Да. Да. Ну и раз голоса наших членов жюри разделились ровно поровну, увидимся мы с ребятами в рамках проекта или нет? Вы знаете, что, ну, может быть, действительно не совсем форматное выступление, хотя я и второй раз получил удовольствие. И вот мой самый уважаемый коллега и друг Игорь Матвиенко, на которого я всегда пытаюсь ориентироваться, тоже, кажется, получил удовольствие. Игорь, кивните, если это правда. Так. Если вы бы дали мне такую возможность, я бы оставил этот вопрос открытым до последнего момента. Так что я считаю, давайте всех подвесим, пускай все думают. И мне чуть-чуть не хватает для того, чтобы сказать «да».